Привет, Вит. Чего такой грустный? Да ты видишь, что ты вытворил? Все забрал. Ну так давай что-нибудь вместе сделаем. О, а что, например? Давай вместе русскую рулетку откроем. Классная передача была. Давай, созывай участников. Будем снимать выпуск, и ты вернешься на ТВ. Рулетка? Ее снова открыли? Будем показывать вашу рулетку вместо одного из моих проектов. Он завершился. Здорово! Вид! Ты возвращаешься на ТВ. И кстати, Вит, если у тебя будут еще передачи, обращайся, найдем куда их поставить. Круто, скоро ГК исчезнет. Ой, он вернулся на ТВ и уже вытесняет меня. Там могла быть моя передача. Надо сначала с ним самим разобраться, а потом уже с телевидением. Сегодня же начну это дело. Квадрат, зачем пожаловал? Можешь построить машину клонировать? Зачем? Кого клонировать собрался? Себя. Я хочу уничтожить Вита. Знаешь такого? Вит? Не знаю его. Он очень плохой. Не связывайся с ним. Построишь машину? Есть фотография Вита. Если он страшный и загадочный, то я тебе помогать не буду. Ага, сейчас. Сейчас я ему нарисую такого Вита, что он мне поверит. Хе-хе-хе. Теперь он построит мне клон машины. Вот, есть рисунок. Вид выглядит так. А на голове что? Волосы собраны в пучок. Понятно. Не наш парень. Пошли, я построю тебе клон машину. Заходи. Начнем? Включаем. Вау, круто. Можно ходить, да, да? Да, только сначала скажи, сколько клонов делать. Давай так, чтобы всего меня было 10. Значит, вставим тут 9 штук. Все, заходи. Рычаг там поверни. Большое тебе спасибо, Тропи. Странный он какой-то, этот квадрат. И кто такой Вид, чтобы с ним так обходились? Что это? Откуда столько квадратов? Надо бежать к Виду. Вид! АТВ, что происходит? Ну вот, приехал. Квадраты! Что значит квадраты? ГК размножил себя. Он явно хочет прикончить тебя. Тебе надо проучить его. Возьми свои шарики и вспышки, а за личинками сходи в ЗМД. Давно пора ему отомстить. А ты тогда приведи все в порядок. Квадрат с ума сошел. Сбегу ли я до этого телепорта?
Что это с тобой? Это красный квадрат. Дай, пожалуйста, личинки, я с ним сейчас разберусь. Сейчас. Держи. Вот, все. Вот эти я возьму с собой. Пошел мстить квадрату. Ну, удачи. Круто. А это что тут делает? Это тоже развалился. О, вид, у меня сейчас кое-что есть. Ух ты, мои заставки. Ничего себе, такого я еще не видел. Да, я еще не так умею. А как еще? Да, спасибо за заставки. Не за что. Пора кончать этим квадратом. Вот, я поймал одну. Пошел я бить остальных квадратов. Успехов. Извини, что дал ему ключи от твоего кабинета. Да ладно, чего уж там. Ух ты, заставки на месте. Но плохо, здесь не все заставки, кассет было больше. Выстрелил последним шариком, надо еще набрать. Здесь их больше всего. По-моему, один из них уже на подходе. Ага. Это еще что? Что такое? Почему не телепортируется? Вот это я его напугал. Вид, отойди немного, я сейчас запущу восстановитель. Что это было? Кто разнес телепорт? Это я так красного квадрата напугал. Да уж, жестоко. Так ему и надо. Здесь никого нет. Ага, какие? Сейчас я тебя достану. Черт, как же ты открываешься? А, считывайте, тут еще и карта доступа нужна. Опа, там везде это и красный квадрат. Он забрал дискету. Придется искать его. Хе-хе-хе, с ним покончено. Теперь я как... он удалил его. Надо что-то делать. Так, где дискета? Вот эти.